задача, помнишь, да? Не сила. Попасть, чтобы ты попал на то, чтобы ты не нашел сегодня, чтобы ты еще раз попал в какие-то. Да. Надо прикол отпускать. Быстро должен понять, что он у тебя летит на сетку. И это твой корректирующий шаг. Говори. Я перешел. Под мяч вышел. Я опоздал и прыгнул низко. Просто впереди вперед. Ты прыгнул вообще там, куда ты летел. Самое главное, твой корректирующий шаг. Опоздал. Сейчас опоздал. Куда он отпрыгнул? Корректируйся шагом. Шаг. Основная задача – вести ручку, попадает в данную ручку. Если не попал, но попадание, в принципе, по таймингу есть. Вот это